Свой ежегодный отчет перед населением провел начальник департамента полиции Марат Тулебаев. По понятным причинам прошел он дистанционно. Пользователи социальной сети Facebook в прямом эфире на официальной страничке профильного ведомства не только узнали об оперативной обстановке в регионе, но и задали вопросы главному полицейскому. Подробности далее. С начала года уровень преступности в регионе снизился на 23%. Стало меньше убийств, фактов насилия, разбоев, грабежей, вымогательства и краж. Последние самые распространенные. Несмотря на положительные показатели, Марат Тулебаев призывает североказахстанцев быть бдительными. Обратился он и к автолюбителям. За неудовлетворительное содержание дорог и улиц к административной ответственности привлечено 170 должностных лиц. Однако вынужден констатировать, основной причиной ДТП является низкая транспортная дисциплина самих водителей. Не остались без внимания вопросы дисциплины и законности среди личного состава. К строгой дисциплинарной ответственности привлекаются не только сотрудники, но и непосредственные руководители подразделений. Достаточно сказать, что с начала года к ответственности привлечено более 60 руководителей различного уровня, и уволено по отрицательным мотивам 21 сотрудник. Принимается комплекс превентивных мер за счет автоматизации и цифровизации процесса взаимодействия полицейского с населением, исключающих прямой контакт полицейских с гражданами. Во время онлайн-отчета поступали вопросы от населения. Североказахстанцев интересует борьба с рекламой наркосайтов, установка дорожных знаков пешеходных переходов, профилактическая работа с лицами без определенного места жительства. Ни одно обращение не осталось без ответа. С начала года на личном приеме граждан у главного полицейского области побывало свыше 120 человек. Анастасия Стертак при содействии пресс-службы областного департамента полиции.